В Башкортостане временно приостановили плановую диспансеризацию взрослого населения. Об этом сообщили сегодня в Госсобрании Республики на заседании экспертного совета по здравоохранению. Медосмотры прекращены на время действия дополнительных мер по нормализации обстановки с коронавирусом в стране. Как сообщили в Минздраве Республики, сегодня готовность медучреждений принять заболевших новой инфекцией в Башкортостане максимальная. Подготовили 1500 коек инфекционного профиля, из них более 650 в больницах Уфы и Стерлитамака. В случае, если в республике количество зараженных коронавирусом станет больше 5, на базе 17-й Идемской городской больницы развернут дополнительные госпитальные базы на почти 700 мест. Мы отменяем многие мероприятия, эти спортивные, на какое-то время. Но это не означает, что мы жизнь прекращаем. Но, конечно, усиливаем готовность наших медучреждений. Это первичное звено. Это педиатры, участковые, это терапевты. Расширяется сеть, уже готовность наших больниц. И в это время мы закупаем ту аппаратуру, которая вдруг необходима для лечения, для интенсивного лечения при возникновении сложных легочных осложнений. Сегодня мы идем в волонтеров, наши уже на участках направлены ординаторы, молодые специалисты. То есть мы уделяем особое внимание первичному звену. На сегодняшний день в Башкортостане заболевших коронавирусом нет. На карантине в медучреждениях находится 48 человек. У 46 инфекция не подтвердилась.